Кызылординской области из-за непогоды погибло несколько тысяч голов скота. Точные данные сейчас подсчитывает специальная комиссия. Постриженные накануне овцы не выдержали низкой температуры и сильного града. Чабаны подсчитывают убытки. В один день Абдиразак Жаксыбеков лишился 250 овец и двух десятков коз. Причиной массового падежа скота стал град. Непогода застала чабана буквально врасплох. Проливной дождь, переходящий в град, начался в 7 утра и шел до самого обеда. Я такое вижу впервые. Погибло 211 овец. 50 овец удалось спасти. Дома я их укатал 6. Так они и остались чудом живых. Сейчас мы убираем раскиданные повсюду мертвые туши, чтобы подсчитать точное число. Уже насчитали около 260 голов. От непогоды пострадали чабаны 4 населенных пунктов – Хос-Юенке, Туминарек, Жайлма, Кужамберде. Накануне в горах Каратау подстригли около 1500 голов мелкого скота. Сейчас чабаны сдают метки, которыми помечают скот. На их основе специальная комиссия и подсчитает реальную сумму ущерба. Специально созданная рабочая группа сейчас объезжает населенные пункты. По решению комиссии созданы 4 группы. Они сейчас объезжают горные районы на скале Каратау. На данный момент мы успели объехать 5 чабанских стоянок на побережье реки Интымак, где насчитали 500 голов погибшего скота. На данный момент рабочая группа еще ведет подсчеты падежа. Как будет произведена компенсация погибшего скота, пока неизвестно. Азиза Макулбаева, Камбар Бекенов, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область.